Снова вместе, снова рядом. Да. Не прошло и суток. Да, не прошло и суток. Мы решили отомстить рыбе. Да. Что-то новенькое. Пупочки. Ого, уже круто выглядит. Ты еще и написал номера крючков. Все. Ого. Прикольно, что вставочка внутри белая такая. Угу. На контрасте красиво приманки смотрятся. Так, как передать-то? Ну, блядь, дома, как всегда, все аккуратно получается. Слушай, а почем такая коробка? 600 рублей, по-моему. Бля, кайфовая. Сейчас посмотрю. Ну, эти, блядь, хуяк. Угу. Кнопочки, да? Тоже разлетелись, да. Ну, только припали. И она плотная, вон, смотри, видишь, прорезиненная. Кайфовая вообще. Вот, кстати, у меня такая только розовая есть. Да. Прикольная коробочка. Тоже хуяк, отдельные отсеки, все дела, блядь. Да. Карман и все, на. Под микрушку. Отдельные груза. Угу, чисто под микро эти маленькие крючки и груза маленькие, по 5 грамм. Подобрал. С магнитиками, кстати. Угу. А, магнитики, крючки, типа, чтобы они да, не... Да. Тоже прикольно. Продумано. Мы еще потом твой пакетик с прошлого раза посмотрим. А там осталось только эти, для абсолюта. Груза. Большие. Посмотрел я. Самое места, где припарковаться, может быть, сейчас поближе припаркуемся, поудобнее. Ну да, будет замечательно, конечно. Прям там, вот, прямо Пироговской. Ага. Прям у этого парапеда, или как он правильно называется. Ну, гранитная набережная. Да, там вот видел, может, бизнес-центр, не помню, как он называется. Прямо против это... Авроры, короче. Я понял, да, где это. Сегодня пятница, 8 марта. Кстати, всех девушек с праздником, с 8 марта. Некоторых мальчиков тоже. Некоторых мальчиков. Тестить, что за палка. Нарвал аргумент с тестом до 84 грамм. Приманка. Сколько приманка груз? Сколько груз? 26. Груз 26. Пуляет хорошо. Не, у меня отбивает. Да. Просто кидать надо туда к мосту против течения, чтобы просто носило там. Но текуха хорошая. Стучит хорошо. Стучит хорошо. И кончик работает, прям отщелкивает отлично. Нормально все прям. Туда просто закидываешь сразу. Ой, классная палка, конечно. Даже не ощущается, что она до 84 грамм. Потом еще попробую. Так, пришли к Самсоневскому мосту, взял с собой палку, Хёртерайз Хальцион X, новая модель, до 18 грамм, 3,18.
Поставил груз пока 10 грамм. Ближе к берегу буду ловить. Попробую окушка погонять. В прошлом году я тут ловил. Но, правда, попозже это было. Где-то в середине марта, может, ближе к концу подходил. Смотрим. Течение тут тоже нормально, надо груз, по-моему, побольше ставить. Вот делал такую оснастку, дропшот. Груз 14 грамм, поставил побольше. Ну, наподобие что-то между дропшота и отводного. Сюда так ловлю тут. Такой вот, такой слаг интересный розовый. Я думаю, окушок должен оценить, если есть. Спиннинг чувствительный, звенит хорошо тоже, прям, когда на камень аж прям бубух, та самых яиц. Звон. И кончик хорошо работает тоже. Солнышко выглянуло. Ну, народу-то собралось нормально. Я говорю, народу-то нормально собралось. Да, тоже приедет. Да? Я поставил слаг розовый, такой маленький. И груз 14 грамм. Опа, это об камень так стукнул, что ли, я не понял. Как только будунч. Похоже на поклевку было прям. Я на остановку остановился. Ну, упала она вначале, потом тюкнул. Резко прям. Сейчас проверим. Прям вдоль парапета. Она отыгрывает на четырех ты здесь? Ну да, да. Да? У берега, да. Хорошо. А, ты мой попробуй. Так, третья палочка в моих руках уже за сегодня. Crazy Fish Orion. Тест 0,75. Грузик 4 грамма. Это мы сейчас вдоль парапетика закинем. Такая пушиночка деликатная. Блин, кайф, слушай. По кончику видно хорошо. Очень деликатная, конечно, рапирка такая. Блин, вообще. Ну, в руку он... не слышит, конечно, но по кончику вот этот отыгрыш очень хороший, быстрый отклик идет, и анимация прикольная такая. Смотри, приманку так интересно. Не так сильно, как у тебя, но отыгрывает. А? У тебя хорошо вообще отыгрывает. Ну, у тебя по кончику прям так деликатненько, кайфово прям.
Куда ты? Куда закинул? На дорогу? На дорогу закинул. Хотел только парапет. Ага. На такую палочку окушка грамм на 200 тащить вообще, наверное, как будто вы щуку на кило, наверное, по ощущениям. Так, ну что, пару поклевок у меня было у Руса. Ну, я рассказываю, говорю, пару поклевок у меня было у Руса. Даже поклевка была на его лайтовенький. Может, мы друг друга там? Не, у меня прям... У меня были первые, когда ты в другую сторону вообще кидал. Прям на паузу. Раз, пытался схватить. Потом я еще раз подвел. Слушай, а там лед, блядь. Вот и наша Аврора. Прям напротив Авроры. Открытый участочек такой, пятничка. Как для нас создано, мы даже не знали. Интересно. Здесь как-то меньше как будто бы меньше задувает тут. Или ветер стих. Здесь меньше дует. На дне что-то как будто бы такие, знаешь, поклевки, но что-то сильно царапает в одном месте. Ну что там на дне такое? Жесткое что-то прям. То есть, может, по плите по какой-нибудь веду. Прям как бам-бам. Ну, там чайки. Там что-то прям очень жесткое дно какое-то. Что? Очень жесткое дно вот там вот. Задамчик, прям на лед туда. Попрыгали, поскакали. Оп. Да, чуйка пиздец у этой палки, конечно, когда дно такое. Вот так вот держу, даже вижу, там она играет на метрику. Угу. Ну, здесь в Неве вода более-менее чистая, поэтому видно хорошо, такие приманки яркие. Переставил. Сейчас попробую обратно поставить розовый слаг, вот этот, поменьше такой, шишку. Да, и мелко. Пришли, а? Пришли, говорю, рыбки половить. Вон тут. Все, в льдинах. Вон, пойти или обратно? Я думаю, обратно. А что там под мостом? Ну, давай. Слушай, ну я там близко никогда не ловил. Ну, ловил, но так. Я всегда ближе ловил там, на несколько столбов вперед. Хрен поймешь.